Большой теннис – игра не только красивая, но и модная. И играют в нее красивые и модные люди. В этом мы в очередной раз убедились на столичном Кубке Кремля, одним из спонсоров которого выступила всемирно известная косметическая компания Oriflame. С Oriflame большой теннис становится еще прекраснее. Мы находимся в бьюти-рум Oriflame в официальной гостинице турнира, где лучшие теннисистки мира готовятся к традиционной вечеринке игроков по случаю проведения Кубка Кремля 2011 года. Этим потрясающим девушкам помогают стать еще более ослепительными профессиональные визажисты, стилисты и, конечно, натуральная шведская косметика. Сейчас за работой Андрис Рускулис. Какой образ ты сейчас создаешь для нашей прекрасной Надежды Петровой? Клубные вечерние. Что ты думаешь о сотрудничестве Oriflame и WTA? Спортсменкам тоже нужно выглядеть хорошо и в повседневной жизни, и также на кортах. Для каждой женщины это важно, чтобы она выглядела хорошо, естественно, натурально, в любой ситуации. Надя, к вечеринке уже готова. Что ты думаешь о сегодняшнем твоем образе? Мне очень мой образ нравится в этот раз. Коса просто меня очень обрадовала. Макияж все-таки очень удачно тоже сделали. Мне очень нравится эта косметика. Она очень так легко ложится и очень большой выбор. Я, конечно, советую всем. Что ты можешь сказать о косметике Oriflame? Необычно видеть себя при параде, не такой, какая я на корте. Мне было очень приятно, когда наносили эту косметику и делали прическу. Я очень благодарна Oriflame за то, что они спонсируют женский тур. И для нас это честь быть с такой компанией, как Oriflame. Теннисистки не только потрясающе играют, но и отлично отдыхают. И подсмотреть, как они это делают, можно вместе с программой «Тренди». Здесь на вечеринке игроков собрались и теннисные звезды, и селебрити шоу-бизнеса. Насколько для тебя Кубок Кремля является важной вехой в твоей карьере? Родной турнир, он всегда будет важным, как ни крути, и очень приятно, и хочется играть как можно лучше дома. Этот турнир, который я играю дома, при своих зрителях, при поддержке своих трибун, и всегда хочется сыграть еще лучше, чем обычно. Не так часто у нас удается поиграть у себя на кортах. Очень все проходит нервозно, и вот такие вечера может помогать немножечко расслабиться. Будет очень весело, я уверена, но, к сожалению, у нас с Верой завтра тренировка в 8 утра. Здесь очень много красивых девушек, но я хочу отметить красоту наших теннисисток. Как вы оцениваете их сегодняшний лук, макияж? Они очень хорошо выглядят, тоже благодаря Oriflame, конечно. Они остались естественными, но при этом это такой достойный вечерний макияж. Конечно же, мы будем продолжать поддерживать красивые женщины, будем продолжать поддерживать теннис. Надеюсь, мы скоро увидимся здесь. Я Вера Звонарева, Светлана Кузнецова. Я Макс Манквист. Специально для «Тренди». Для MTV.